очень долго переход происходил. И еще я хотел летом перейти. Но тогда не удалось договориться. И я рад, что зимой клубы смогли договориться. Хотел бы поблагодарить руководство Ростова и руководство «Зенита», в частности, Дюкова Александра, что хорошо закончилось, и все договорились, и я оказался здесь. Ну, конечно, я следил за командой, как и вся Россия, наверное, следила. Очень рад успехам команды, и ну, мне кажется, что все закономерно, что здесь, ну, я знаю, как работает тренерский штаб, как команда работает, и все выкладываются на 100%, и все, к чему команда идет, практически все добивается, и очень рад был успехом. Последний матч с ПСВ, который был, и я смотрел с друзьями в Питере, и переживал, и хорошо, что все так закончилось. Рад, что здесь оказался, и хочу максимально помочь команде. Ну, неважно, я буду играть с первых минут или выходить на замену, но то, что я смогу от себя отдать этой команде, я постараюсь укладываться и ну, помогать партнерам. И надеюсь, что они тоже мне будут помогать. И думаю, что все будет хорошо. То мое желание, мне кажется, не так понятно. Но оно очень большое, и для меня футбол стоит на первом месте. И там никакие финансовые вопросы, а именно то, что просто играть в футбол и получать удовольствие от того, что я там приношу пользу команде. Самое важное, что я понял, что я здесь нужен. А это самое важное для человека. Вот то, что я не играл полгода, конечно, было тяжело, но я знал, у меня уже такое было. Я и год не играл, но надеюсь, что такого больше не повторится. Буду прикладывать максимум, чтобы не было больше пробелов в футболе. Спасибо большое за поддержку, которую вы мне оказывали на протяжении прошлого сезона. Это были незабываемые эмоции, и со своей стороны я попытаюсь сделать все, что возможно, чтобы помочь команде и продолжать вас радовать результатами. Хорошими результатами.